В Шабановском – новый автобус. Администрация Северского района передала новое транспортное средство компании, обслуживающей муниципальный маршрут «Северское-Шабановское». Автобус стал настоящим подарком для жителей села. Этот удобный, наверное, будет нам. Только мы одни, наверное, ездим, пенсионеры, на автобусе, поэтому мы рады. Ну, события всегда радость, когда новый техник появляется в эксплуатации. Ну, благодарность району, что купили опять новый автобус. Тот уже убили напрочь, ездить не можем на нем, все. Мы уже последние полтора года ездим на своем, что приносит нам большой убыток. Современный автобус «Газель Вектор Некст» рассчитан на 19 посадочных мест и соответствует всем нормам безопасности. Транспорт подходит для людей с ограниченными возможностями. В салоне оборудовано специальное место для инвалидов. Теперь в таком автобусе жителям Шабановского будет удобнее добираться до районного центра. Вот очень приятно на самом деле. У нас это радость, это связь между Шабановским поселением и Северским районом. Очень много жителей здесь, которые привыкли к этому автобусу. У нас был автобус уже немножко подуставшим. Мы ждали этот автобус, ну, очень долго на самом деле. Огромное спасибо Северскому району, Северской администрации и Андрею Владимировичу Дорошевскому, главе района. Спасибо вам большое. Глава района Андрей Дорошевский поздравил жителей Шабановского со значимым событием. Передаем автобус для того, чтобы у вас был комфортный, безопасный проезд в населенный пункт, чтобы вы могли добраться кому куда надо, в поликлинику, там, по своим делам. Вот, поэтому я вас поздравляю с этой радостной новостью. Оценили качество нового автобуса сразу же. Вместе с главой жители проехали по улицам села. Все остались довольны.